Здравствуй, Олег. Здравствуй. Приятно видеть такого представительного представителя нашего народа Украины. Вот. Я знаю, что ты достойно представляешь Украину в Ллойдс-колледже, в Кембридж-колледже, в Кингсон-институте. Вот. Ты любишь нас всех, и ты любим. Вот. Скажи, для тебя было как-то трудно приехать сюда и сразу войти в ритм учебы, жизни австралийской? Или как будто прям как вот приехал и все нормально? Да нет, в принципе, ничего сложного не было. Тем более с учетом того, как уже настроен, налажен проект, благодаря нашему всем любимому Александру Петрову, ничего, никаких сложностей, в принципе, не возникло. Ни с учебой, ни с подработкой, ни, в принципе, ни с чем остальным. Ну, спасибо, конечно. Я думаю, что вообще обучение на высшем образовании, на уровне магистратуры, это серьезно. То есть Кингсон институт это не то учебное заведение, где можно там прохлаждаться, где там ставят оценки за красивые глаза. То есть достаточно сложно, я понимаю, и ты фактически делаешь только второй семестр, да? Первый триместр, да. Вот. Вообще, ну, сложновато, да? Скажем так. Ну, да. Да. Скажи, вот, допустим, midterm экзамен, курсовая работа и групповая курсовая работа. Что для тебя сложнее, скажем, по затратам времени или по... Вообще, что сложнее? Ну, сложнее, наверное, групповая работа, потому что оценка за эту работу также групповая, поэтому нужно уметь работать в группе, нужно работать в группе, нужно собирать эту группу, нужно собираться вместе, обсуждать вопросы. В принципе, со всем остальным, midterm, экзамен, это все только зависит от тебя, как ты выучил, как ты знаешь материал, как ты слушаешь преподавателя, как ты работаешь с материалом, в принципе. Какие у тебя предметы сейчас? Основные. Economics, accounting, business law. Ну, в принципе, достаточно да. Тяжелые. То есть семестр такой ударный. Ну, говорят, что... дальше тяжелее будет. Статистика сейчас есть? Матанализ? Да. А, ну ты business law, статистика — это самые тяжелые предметы. Accounting у тебя Ричард ведет? Да. Ну, в принципе, вот поэтому все три самые тяжелые. Дальше не будет тяжелее. Вот. Посмотрим. Ричард, он вообще классный, выдающийся преподаватель, но у него достаточно сильный китайский акцент. Он один из собственников, кстати. Вот. Тебе как быстро удалось, скажем, начать его понимать, как бы включиться, или до сих пор это определенные сложности? Лично у меня с этим проблем нету, потому что хозяйка дома, в котором я снимаю комнату, тоже с его землячка, скажем так. Поэтому... Китаянка, да? Ну да, родом с Китая. Потом жила в Гонконге, я не знаю. Поэтому она говорит так же, с тем же акцентом. И, в принципе, у меня проблем с пониманием не было. Ну, другие наши ребята, мои однокурсники, жалуются, что есть такой момент. Хорошо. Хорошо, какие вот сейчас были бы у тебя пожелания для того, чтобы вот ребята приедут, чтобы им было легче? Ребята, которые приедут учить английский, или ребята, которые приедут учиться в высшее учебное заведение? Ну, в первую очередь, пожелал бы знать английский. Если вы чувствуете, что не знаете его достаточно, возьмите перед тем, как пойдете учиться в институт, возьмите несколько недель, несколько месяцев, в зависимости, сколько вам нужно английского перед этим. Плюс это будет хорошо
в первую очередь вам, для того, чтобы влиться в общество, понять, как здесь все работает. Во-вторых, неплохо было бы изучать предметы уже до того, как вы приедете. В принципе, это все остальное. Мы здесь все. Мы поможем, чем сможем это. Что касается работы в группе, у тебя в группе наши ребята, да? Да. То есть вы так специально так распределили, чтобы вот так вот получилось, да? Да, ну не всем так повезло. Некоторые попались из представителей других национальностей и не совсем в восторге. Ну, то есть это Индия-Пакистан или? Да. Индия-Пакистан, да. Ну, мы поработали. В этом плане я тебе скажу, что уже договорились, что преподаватели будут вам разрешать не работать с ними. Ну, это плюс. Вот. Сейчас как раз вот наши китаянки на бэкграунде. Так что наши ребята могут уже увидеть, что вот она, как говорится, Австралия. Вот она Австралия. То есть это не совсем то, иногда, что люди себе рисуют. Но, к сожалению или к счастью, это сейчас во всем мире. У нас... Более 2 миллиардов индусов, пакистанцев, бангладешцев, то есть субконтинента. Вместе с китайцами, которые живут вне Китая, тоже 2 миллиарда. 4 миллиарда – это больше половины или половина всего населения. Соответственно, все эти страны – страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому можно зайти в Сиднейский университет, Макворе, в университет Квинсленд, куда ни зайдешь. Но мы же можем, правильно? Да, конечно. Мы с ними можем нормально ладить. Можем, вот. И делаем это. И делаем это. Вот. Что бы ты пожелал себе в плане учебы, скажем так, на будущее? Я понимаю, что в плане денег это порядка 2-3 миллиардов долларов в ближайший год. Вот. А в плане учебы? В плане учебы, чтобы... Побольше усидчивости, наверное, побольше выделять времени для учебы. Это то, что я бы себе пожелал. И получше оценки? Естественно. Олег, у тебя очаровательная улыбка. Спасибо. Стараюсь. Большое спасибо тебе. Спасибо вам.